Прием-прием, леди и джентльмены, на связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Дело на самом деле максимально серьезное, потому что прямо сейчас на наше место надвигается огромное цунами из гамбургеров, и мы должны в этом видео построить бункеры в виде бургеров. И знаешь что, пока что я все это сейчас говорил, у меня возник один очень интересный вопрос. А гамбургер и бургер — это одно и то же? Если ты знаешь ответ на данный вопрос, то прямо сейчас пиши его в комментариях, потому что меня, честно говоря, это очень сильно озадачило. А вообще, если ты когда-нибудь в жизни пробовал какой-либо фастфуд, то просто влепи лайк под этим видеороликом, посмотрим, сколько нас таких. И можешь в комментариях написать, возможно, какой твой самый любимый фастфуд, а может быть, ты его вообще не можешь терпеть. А также, те, кто из вас еще не подписан на канал, нажимайте на красную кнопку подписаться, делайте серого цвета, и новые видеоролики вы точно не пропустите. И не забывайте про канал Лески. Устраивайся поудобнее, заваривай чаек, готовь вкусняхи. Мы начинаем. Приятного тебе просмотра. Ну что же, леди и джентльмены, а прямо сейчас на связи, как всегда, Шадимен, леди Леска. Всем привет! И Нубик. Привет, друзья! Сегодня у нас будет с вами действительно очень вкусное цунами, потому что этот цунами будет у нас из самых настоящих гамбургеров. Вы когда-нибудь, Леска и Нубик, ели вообще фастфуд какой-нибудь? Конечно, это вообще же вкусно. Какой ваш любимый фастфуд? Я люблю говядины бургеры. Ого, у всех бургеры, короче. Так, а мне нравится... Я даже не знаю, мне всякие штуки-то нравятся. Крылышки я люблю, короче, острые. Вот мне очень нравится, что мне нравится. Кстати, у нас тут сами бургеры валяются прямо, получается, просто повсюду. Короче, бери, ешь не хочу, как говорится вообще. В общем, а сегодня мы будем с вами встроить, в любом случае, то, что у нас цунами из бургеров, базу в виде большого гамбургера. Так что, думаю, так, давайте сейчас все размещаемся на наших площадках и начинаем строить. Потому что нам нужно... Время у нас не ограничено, но затягивать тоже не стоит в любом случае, вот. Так, сейчас погнали. Базу нужно построить прям такую аппетитную, прямо, чтобы она максимально вкусная, наверное, была. Вот, я пока что не придумал, как она будет выглядеть. Так, а кто какие надо выбрать? Во-первых, да, действительно, надо выбрать сначала. То есть, смотрите, там получается что? Там есть булочка, из которой бургер состоит. Есть сыр. Потом, что там, зелень какая-нибудь, помидорка красная, да, то есть, что там еще бывает? Получается, котлета такого темно-коричневого цвета, наверное, поджаристого. И потом, наверное, еще может быть какой-то либо майонез, либо еще что-то, я не знаю. Типа короче, соус, просрочка. Да. Так вот же у нас бургер есть. Погодите, я еще думаю, смотрю, типа, куда можно посмотреть, как он выглядит. Вот же он у нас тут. Там всякие эти же у нас есть еще при этом. Как называется этот зернышки вот эти вот, я забыл. Да, кунжут, короче, там кунжут повсюду. Так, ну что, поехали. Да, короче, строим. Давайте друг друга, короче, тут не получится не подглядывать. В любом случае, слушайте, так будет, возможно, даже сделать, интереснее, да? Намного. Так, у меня есть план. Ну, так как есть план? У меня есть то, что я хотел бы построить, а вот как оно дальше пойдет, ладно, я уже без понятия на самом деле. Так, ладно, я начинаю. Так, начну. Так, нет, вот знаете, по-моему, это не очень удачный цвет, честно говоря. По-моему, для котлет, ой, для булочки действительно лучше какой-то желтоватый взять такой. Я не знаю, как бы это странно не выглядело, но, по-моему, он все-таки... Да, более желтый. Булочка желтая, да, мне кажется, должна быть. Да. Она слушай, какая-то такая, вот, прям, знаешь, прикольная. Так, а, ты раз, такую два, взял, три, да? Четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. А ты как угодно, как угодно. Я как ты видишь, знаешь, так строишь. Желтую, наверное, для сыра оставлю. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Так, раз, два, три, четыре, пять. Все, я хочу, чтобы у меня очень красивая, очень-очень красивая база получилась. Чтоб аппетитная, вкусно издали посмотрел, чтоб прям подумал то, что действительно гамбургер настоящий. Так, кстати, а я вот задавался вопросом, а в чем все-таки отличается? Вот вы знаете ли гамбургер от бургера? Так, подожди, гамбургер и бургер. Кстати, не знаю, я думала, ты спросишь, возможно, гамбургер? Что гамбургер это просто, короче, не котлета, а это, короче, булочка вот эта, а гамбургер целиком, это уже цельное блюдо, короче, вот это, бургер, не может быть, да? Такого? Может быть, слушай, да. А бургер это вообще не типа как хлеба, наверное, да, имеется в виду как раз? Ну, возможно, это как предположение, то есть я в этом не уверен, я не знаю. Пусть нам напишут подписчики, кто знает, кто разбирается в этом вопросе. Лепёшечка, да, Нубик? Лепёшечка вот эта вот. Так, да, если да, это будет вот так... Тогда гамбургер что такое, Нубик? Гамбургер это булка.
так, у Нубика по-другому немного получается. Подожди, гамбургер как-то... это с мясом. Я не знаю, я понятия не имею реально, что это, в чем разница, вот серьезно, я вот даже... Или вообще это с начинками, помнишь, обычно говорят, типа, я буду какой-нибудь гамбургер, типа вот. Это да? Что-то ну, такое... что-то сложно как-то, честно говоря, не знаю даже. Так, булочка у меня готова. Дальше какая-то зелень идет. Короче, так. Вот зелень мне нравится вот такую, которую ты взяла. Я, да. наверное, ее тоже ее сейчас буду использовать. Слушай, я даже да. не есть, смотрю смотрите, на вас, потому что... Слой зелени у нас идет вот такой вот яркий, такой сочный, чтобы прям такой прям очень надо крутой прям в меру, чтобы не такой кислотный был. Да. Кстати, думаю, ничего страшного, если вы как-то чуть-чуть за границы выйти, так что не боитесь, так что, мне да, кажется, нормально будет. Да, мне просто как бы, чтобы мы не пересеклись, самое главное, с вами. Так, Нубик, так, ну ты как бы... Зелень это... готова, смотрите. Там. Дальше что я за? Делаю тогда котлетку. Котлетка пойдет вот здесь. Слушай, так, а друзья, пока что у меня надо. Все достаточно плоско получается, но я потом это все подправлю. То есть это не просто да? круг вот такой вот безвкусный, так скажем, будет. Так, все ну, будет чики-пуки. Все будет очень круто построено, получится очень вкусный, аппетитный бургер, я вам 100% гарантирую, да, давай, все будет круто. Так, так, сюда поставлю, ладно, внутри я все потом организую. Так, котлета, допустим, готова, после котлеты идет ломтик, вот, тоненький ломтик сыра. Но, к сожалению, так, тоненький помидорка. Ломтик сыра у меня, наверное, не получится, хотя получится, вот я его уже сделал, так, в принципе. Слушай, а помидорку, наверное, надо так. выпустить наружу. Помидорку я буду, короче, я сейчас... построю форму, то, что вы видите, это просто такая, так скажем, скульптура, так, заготовочка. Подождите. Так, и в конце идет еще одни листья салата, вот такие вот, про помидоры я не забыл, я их тоже поставлю, но немного другим образом, все будет нормально. Так, поставим это вот сюда, все, готово. Так, и в конце я, получается, все накрываю. Я уже свой бургер, кстати, накрываю последней булочкой, между прочим, тем временем. Не-не-не, вот. Еще начинка да. идет. Сейчас пока что все некрасиво, все отвратительно. Мне пока что категорически не нравится то, что я построил, что но это все сейчас преобразится. А ты будешь выпуски делать вот эти, типа, объемные, что ли? Кого? Ну, да, выпускай, я хочу, дай. Я хочу прям, чтобы получилось да, прям... Чтобы там, допустим, листья салата свисали, плавленый сыр был и тому подобное. Вот, я хочу вот так сделать. О, круто, прикольно. Так, так вот сделаем, так, вот сюда. А я после так. булки сразу делаю... Нубик, ты после булки сразу еще одну добулку делаешь, у тебя без этого будет, без начинки, да? Так, подожди, что-то фигня какая-то получается. Как, а, да? Ну ладно. Леска, у тебя там что-то какое-то кольцо получается помидорное, жесткое. Подожди, а я знаю, это кольцо с луком, такие тоже есть. Колечко с луком. Кстати, да, кольца с луком, да. точно. Но я не знаю, как их тут повесить уже. Потому что их просто так, некуда класть. Слушайте, что-то я запуталась с этим помидором. У меня перенасыщенный какой-то гамбургер получается, по-моему. Слушай, у тебя, по-моему, прям он супер какой-то. А у меня тоже видишь, там, с начинкой. У меня он, да, у меня он гигантский. По-моему, такой его точно никто даже осилить, мне кажется, съесть не сможет. Супер голосный да, вот сюда. Так, вот сюда и вот. Все, так, внешне, а, короче, в принципе-то так, все, булочки накрыли, тут все сделали. Так, житель, ты что тут откусываешь уже что-то тут, я не понимаю. Что он там делает? Реально что-то подбежал, что-то... слышь, куда пошел? Смотрите, он ко мне залез туда, внутрь моей базы уже. Ну все, у тебя первый это поселение. Все, что, вот так вот получается как-то, я не знаю. Так, ну что, теперь добавляем всякие элементики. Так, я буду... Что ты там, Нубик, добавлять будешь? Так, у меня, короче, как-то... Вот так странновато, немного хаотично будет выглядеть. Так, слушай, что-то я не понимаю. Так, надеюсь, то, что понятна будет идея в конечном итоге. Это сюда? Так, сейчас внешне надо оценить все это дело. Так, так, ну что, уже лучше, кстати. Мне так намного больше нравится. Так, если сейчас вот сделаем вот чуть-чуть. Эти всякие штуки. Слушай, он там возле тебя и ходит, отсюда. Возле твоей базы, кстати. Он вылез или нет? Да, он ходит рядом с стеной. А ну все, пускай у нас это жюри, короче, наше сегодняшнее. У кого лучшая база получится. Так, сюда повесим. Вот сюда отбахаем, короче, здесь. Так, я сейчас буду, наверное, булочкой накрывать уже. Я думаю, да, давай накрывай. Так, и здесь я еще вот такие, боже. Да, вот кстати, помидоры. Сейчас прям очень аппетитно становится. Я на котлетку положу. Вкусно, аппетитно. Так, Нубик, там что-то кладешь, там непонятное что-то. Так, это сюда повесили. Так, и пошла булочка. Сыра должно быть, наверное, много, хотя я сыр терпеть не могу, когда он отдельно так. Ой, ё, как вкруто получилось-то, просто... Чего? Просто вообще какой-то отрыв башки, короче, настоящий произошел. Так, слушайте, и вот, ой-ой-ой-ой, вы сейчас увидите, вы реально есть захотите. Вот 100% надо отлететь гамбургеры подальше, всякие. Там со стороны да, надо подальше отлететь будет и издалека посмотреть действительно, как постройка выглядит с расстояния. Так. Опа. Так, вот и такие штуки. Вот ой, слушайте, это просто, я вам серьезно говорю, это очень круто получается. Всё, сейчас все кушать, ну, побегут, это просто что-то очень, что-то с чем-то, это что-то с чем-то. Идём так, и здесь вот так сделаем. Потом.
Так, пока ничего дегустировать не надо. Пока что еще надо до конца все достроить. Так, где моя дверь? Где моя дверь? Кстати, времени у нас, я не знаю, сколько. У нас, конечно, не ограничено, но все равно лучше как бы не задерживаться. Не, ну мы потихоньку заканчиваем. Нубик, ты успеваешь? Да, потихоньку надо уже подходить к концу, кстати. Да-да-да. Сильно там не затягивайтесь. Надо все по-быстрому успеть все равно сделать, как бы оно... Времени много не было бы. Так, возьмем... Где свет? Вот он, свет. Так, возьмем вот сюда света, налепим. Так, таким образом. Даже внутри как-то все так сложилось, то, что все красиво, максимально да. Так симметрично все выглядит. Кстати, такие цветные блоки, и очень так светло так, внутри и получается. Да. Вот сюда все вот это сделаем. Так, я даже не знаю, я, наверное, интерьер не успеваю сделать, потому что и так времени на бургер много ушло. А, да, в принципе, главное, что... Нет, ну это главное же база. Бургеры. Это же база, Нубик, мы же не еду все-таки строим, как мы строим для того, чтобы пережить цунами. То есть, да. В смысле, не знала. Для чего мы здесь собрались? На нас цунами движется? У ты нас только цунами, что это узнал, кстати, что ли? Да, нас там... Капец, вы, конечно, даете. Я сейчас узнал. Все, он только поняли. Что это сказал, и теперь только что сам опровергает этого. Нубик, все, короче, не знаю, я ты что-то мелешь уже непонятное. Нубик, тебя тут все, я думаю, уже все давным-давно осуждают большим обществом. Нубик, так, все, ты уже так, попался. Получается, Нубик, ты готово. Попался. А, нет, еще я вот не говорил поставил. Такого. Нубик, ты попался. Все. Так. Все, Нубик попался. Вы заканчиваете уже, да? Сейчас подождите. Я не говорю, что ты говорил, я говорю, что ты попался. Так, у меня. Так, подождите, ну, у меня не знаю, что-то... мне булочка. Захотелось сказать, что ты попался. Все нормально, все будет Нубик, нормально. Нубик, ты странный какой-то, реально, я не понимаю его вообще, Нубик. Слушай, странный, мне кажется, мне булку не надо существо. Поднимать уже наверх. Наверное, так, хватит. Я не знаю, чего там будете поднимать, не поднимать. А, я... ну что, вход-то с какой стороны делать? Короче, кстати? Смотрите, все, я делаю стекла, и на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю так. Постройку, потому что давайте подождите, надо уже завершать. Подождите, я хотя бы тоже окна сделаю, эту какую-то так, да, окна, делайте окна, и мы на этом... Нубик, все, времени очень такой, много прошло. Давайте, похоже. Выходите. Так, все, я вас жду на улице. Давайте, Нубик, все, время уже вышло. Куда ты там еще будешь делать? Так, сейчас я двери поставлю, там? Погодите, а то у меня тут цунами все. Давай, это залетит, Валеска, ставь все эти двери. Так, все, что есть. Опа. Так, а я пока что кунжута насыплю себе немного на, так, и пару окон. На верхнюю, получается, часть бургера. Ты чем будешь? Вот сделали. Этим вот... Я кнопками так, желтыми все, делать. Давайте, все, все закончили, все, остановились, отсмотрим, у кого что получилось. Значит так, смотрите, друзья, в общем, оценивайте сами. Давайте посмотрим, что получилось у Нубика. У Нубика получилось, ну, в принципе, это понятно, что это бургер, просто как-то все очень так смачно. Так, Нубик, а где у тебя внутреннее пространство, где у тебя двери тут, окна? Ну, наверное, не успел еще сделать. Ладно, я понял. Короче, Леска, так. Давай вылетай, посмотрим, что у тебя получилось. Так, так. У Лески такой компактный, маленький, прикольный, милый бургер да получился, реально крутой. Делать, слушай, а? Реально крутой, мне нравится то, что у нее получилось. Так. Вот. А, кстати, так, у меня тут... что-то там а у меня внутри делает тут еще. Я понял. Так, ну а у меня сегодня вышла вот такая вот постройка. Везде лучок, зелень валяется и тому подобное. Мне кажется, прям максимально очень круто получилось. Так, Леска, ты выходишь или нет? Да, я вышла. Давай, смотрите, ох, и так, все, так, потому подожди, что мне кажется, то, что я вот так отлечу подальше и прямо мне издалека посмотрю. Вот, у кого что получилось. Да, прикольно, интересно, получилось так? Да, у меня самый большой бургер получился, а, все, ты я цунами точно сделал, пережил. Кунжут, да. Все, короче, погнали внутрь, потому что цунами уже точно на подходе, и посмотрим, чье цунами сегодня, вернее, чья база сегодня противостоит против цунами. Так, ну что же, Леска, посмотрите, я вижу то, что цунами из бургеров уже у нас прямо на подходе. А если бы у нас сегодня... Если бы у нас сегодня с вами было выживание, мне кажется, то, что мы с вами бы тут точно капец, так, как сильно там, бы на самом там? Деле а все это... Зажились. Кстати, стойте, у меня есть прикольная идея. Огромное цунами, ладно, ничего потом, себе, слушайте. Потом все это сделаем. Так, я кое-что хотела доделать. Сколько их тут много. Так, пока что цунами еще до нас идет. Нет, я так и знал, то, что у меня булка начнет пропитываться всеми другими бургерами. Да у меня цвет начал изменяться. Нет, это я даже... этого не хотел на самом деле. Я вообще этого не хотел, но оно, к сожалению, так происходит почему-то. Ну ладно, ничего не поделаешь. Так, да, зажились так, куда-нибудь, а зажались в угол, в смысле, что произошло? Поселились у тебя? Я что-то тоже не получил, а Нубик вообще имеет в виду. Так, ладно, короче, я на скорую руку сейчас попробую хоть какие-то маленькие, так скажем, заготовки так, сейчас делаю, какого-то тоже. Интерьера сделать. Да, хоть... да, 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 о, давай, житель, так. Привет, мы с тобой вместе жить тут будем, ой, я рад, то, что ты сюда пришел. Так, ко мне житель быстрее. Пришел, Нубик, тебе тоже, а да? Мне много жителей пришли. Ну, у тебя там просто, так скажем, не надо ко мне идти. Да. Ну, ладно, как хочешь. Так, да, короче, смотри, надо, я кстати, тут пока штуку. Себе интерьерчики тут сделаю. Так, 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 стоп. А эту штуку я уже не вмещу да. никуда. Ладно, тогда вместо этого пока что поставлю нет, вот так... холодильник. Да, вот так холодильник, чтобы холодил у меня тут все.
Так, Нубик, ну что тут собаку какую-то еще поставил мне? Ты ее куда на улицу водить будешь? Ты что, в смысле? Она тут все сейчас там что-нибудь сделает, не знаю, ты будешь сам все это дело убирать. Вот. Да, кстати, так, на втором этаже у меня будет, получается, небольшая зона отдыха, которую я хотя бы, надеюсь, успею хоть как-то сделать. Давайте поставим с вами, друзья, так, телевизор, который можно будет посмотреть вот так напротив этого дела. Я с тобой еще сделаю интервью. Не надо мне ничего делать, это мой бургер. Нубик, иди у себя строить. Чем ты мне что-то строить будешь? Я тут сам все отлично справлюсь. Я скоро смогу гостей принимать, кстати. Так, вот сюда и компьютеры. Мне нужно компьютер обязательно поставить. Очень красиво, а ты не добавил. Так, а я потому что это потом все добавлю, Нубик. Я же не могу два дела одновременно делать. Нубик, идем смотреть, что у меня получилось. Иди, Том, посмотри, что у Лески реально получилось. Ура, ура! Так, все, и поставим шкаф вот сюда. Все, ковры я все потом сделаю. Нубик, я твою собачку сейчас тут камень... О, все, смотрите. У меня бургер прямо в прямом смысле этого слова прямо сейчас в окно стучится. Вот серьезно, он прям прижался окончательно тут к моему дому сейчас. Да, уже? Так, что будет? Да, тебя тоже, Все, оставимся у меня. Вот, смотрите, в окно пока что возможность такая есть. Я вижу через... Я вас через окно вижу. Где-то? Я вас через окно вижу пока что. У тебя боковое окно, я там сейчас нахожусь, короче. Да-да-да-да. Сейчас между нами бургеры будут. Смотри, поднимаются. Где? Да, все, пока, короче. Все, я не вижу вас. Смотри, какие аппетитные булки там вообще. Да, они очень круто выглядят на самом деле. Прям такие... Прям как у меня, короче, постройка получилась. А как же руки мыть? Так, стойте, я слышу, как будто бы какой-то житель там... Либо задыхается, либо еще что-то делает. В смысле, да? Это ничего себе. Кошмар. Да, что-то, походу, там прижало кого-то где-то на... повезло, кого-то да, где-то на улице. Вообще. Так, а я пока что сделаю вот собака так. Твоя сюда пришла, Нубик. Да. Так, он ее как-то перетащить еще успел. Да вообще. Так, стоп, а я тут точно все правильно, тут интересно. Так. Рассчитал, не рассчитал. Опа. Это интересный вопрос, конечно. Ой, Лески, дверь по-моему, стала да. Кривой. Он все правильно. Слушай, а что мне... Так. Ой, бургер, ой, жалко, он поменял цвет. Чё там случилось? Серый бургер стал, вообще некрасивый. Так, а да, реально, здорово. Привет. Так, Лески, что-то трава какая-то у тебя повсюду, я не да понял. Да вот что там, пол тут... не поменял еще. Так, ну, Лески маленький такой бургер, но очень-очень уютный при этом получился. Прикольно, короче. Как-то вот так, Нубик, а ты свою постройку покинул и даже никому ее не показал. Ну, ты, конечно, даешь. Взял бедных жителей там оставил. Тебя жители выгнали, я понял. Тебя жители выгнали из твоей же постройки. Вот что произошло, короче. Вот это жители. Ну, ты вообще. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось построить вот такие замечательные базы-бункеры, вернее, бургеры против цунами из гамбургеров. Ну, а на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем видеоролике. И всем пока-пока. Пока-пока, друзья.